работе международной конференции приняли участие около 250 специалистов. Это представители французской делегации и краевого Минздрава. В течение двух дней они будут обсуждать актуальные для современной медицины вопросы. Это лечение неинфекционных заболеваний, сердечно-сосудистых, онкологических и сахарного диабета. Коллеги из Франции также поделятся опытом организации больничной системы в их стране. Французские специалисты будут делиться своим опытом с своими русскими коллегами. Во Франции существует очень хорошая система охраны здоровья, и мы очень рады, что здесь, в Сочи, есть люди, которые хотят немножко узнать об этой системе. По врачам Краснодарского края есть поделиться. У нас есть передовые клиники, которые оказывают операции высокого уровня. У нас есть и возможности пересадки органов. У нас уже и в крае проведены операции по пересадке сердца, почек. Те специалисты, которые это проводят, они тоже здесь, они поделятся своим опытом. Также в ходе визита в Сочи гости из Франции побывают в городских больницах и поликлиниках и оценят медицинскую базу курорта. Кстати, современная система здравоохранения Сочи уже зарекомендовала себя как одна из лучших в стране. Так, 4-я городская больница вошла в топ-20 лучших больниц России. И добавлю, что научно-практическая конференция инициирована французской стороной с целью обмена опытом. Подобные форумы проходят по всей стране. Их уже принимала Москва, Казань и Екатеринбург.